Боевики атаковали самый охраняемый отель «Сирена» в центре Кабула. Погибли 9 человек, в том числе сами нападавшие. Также среди жертв 4 иностранцев. Это 2 мужчин и 2 женщины. Из какой страны они приехали, сейчас устанавливает полиция. Ответственность за нападение взяли на себя боевики «Талибана». Ранее местные журналисты сообщали об ожесточенной перестрелке в отеле и взрыве. Чтобы войти в здание, террористы спрятали пистолеты в носках.